Всем привет! Сегодня долгожданное блюдо на атаку. Это будет супчик с фрикадельками. Фрикадельки из курицы. Здесь у меня куриная грудка перекрученная, 250 грамм. Две небольшие луковицы, пучок зелени, зелень какую хотите, что вы предпочитаете. У меня здесь петрушка. Один желток большого яйца или два желтка маленьких. Пара ложек греческого йогурта. Из приправ у меня будет соль, перец. И 2 столовые ложки любого растительного масла. Итак, начнем. Сейчас мы приправим фарш. У меня будет соль. Соли много не добавляйте по вкусу. Черный перец. Вы знаете, что можете сделать? Вы можете еще сюда или перекрутить, или перетереть одну луковичку. Но я вот так буду сегодня делать. И смешиваем, и формируем фрикадельки. Фрикадельки я буду делать маленькие, небольшие. Вы какие хотите. Фарш. Смешивайте. Если вы готовите на большую семью, возьмите полкило фрикаделек, то есть фарша. У меня на канале есть рецепт супа с фрикадельками. Он немножко другой. Тоже посмотрите. Достаточно такой супчик на белковые дни вполне себе. Перчатки я слегка смочу, чтобы формировать фрикадельки. Они не развалятся, не бойтесь. То есть вот, вот такого размера фрикадельки я буду делать. Фрикадельки я накрутила. Теперь лук нужно порезать кубиком. Вот таким образом. Ну, как вот, как в суп режете. Берем кастрюлю, ставим на огонь, выливаем сюда 2 столовые ложки растительного масла. Выкладываем лук. И слегка его припускаем. Жарить не надо, чтобы он такой стал прозрачный. Пока лук у нас жарит, припускается, тушится, не знаю, что он там делает. Мы нарежем зелень. Зелень меленько, как обычно. Так, лук у нас стал прозрачный. Сюда я выливаю примерно, у меня здесь горячая вода, примерно 500 миллилитров. Вот так. И ждем, когда она закипит. Вода закипает. Ждем, когда она хорошо закипит, и начнем выкладывать фрикадельки. По одной, аккуратненько. Смотрите, чтобы не брызнуло, не обжечься. Вы знаете, вот... Если вы будете этот суп готовить, допустим, на чередование, то вместе с луком вы можете добавить любые овощи, какие вы хотите. Морковь, там, кабачок. В общем, все, что вы хотите. И будет такой супчик на чередование. Все, ждем, когда закипит. Супчик у нас закипел. Убавляем огонь совсем на минимум. И оставляем, пусть он покипит, минут 5-7. Тем временем берем наши желтки. Добавляем 2 столовые такие щедрые йогурта. Перемешиваем. И ждем. Вот сейчас через 2-3 минутки добавим это в супчик. Теперь мы выливаем наши желтки с йогуртом в бульон. И помешиваем. Теперь на этом этапе вам нужно, когда закипит, проверить, хорошо ли вы посолили, все ли вам хватает. Если вы любите густые супы, вы можете сюда добавить ложку-полторы овсяных отрубей. Ждем, когда закипит. Смотрите, какой аппетитный, сливочный такой супчик получился. Супчик закипел. Выкладываем сюда зелень. Так, и я, вы знаете, сюда добавлю сладкого красного перца для красоты. Все, огонь выключаем, накрываем крышкой, даем постоять минут 20-30 и можете обедать. Вот такой супчик получился, очень вкусный, ароматный. Приготовьте обязательно. Всем хорошего настроения, худейте с удовольствием. Пока!